9 мая футболисты омской команды «Сибирь» вернулись домой с Кубком чемпионата России. Наши спортсмены успешно сыграли в решающих поединках сезона. В аэропорту игроки представили значимый трофей своим землякам. В раздевалке было сказано, выложимся на 120%, Кубок поедет в Омск. Выложились. Никому не стыдно, потому что Кубок дома, последний матч запомнился. Проигрывая 7-5, нужно было забивать еще один гол, как минимум, чтобы забрать кубок домой. Сразу же вышли, сравняли, забили и очень сильно порадовались. Омичи набрали равное количество очков со своим главным соперником, клубом «Нижегородец», но обошли волжан по дополнительным показателям. Это вторая победа нашей сборной в чемпионате. Первое золото Сибирь выиграла в 2019 году. С каждым годом команда все сплоченнее и сплоченнее. С каждым годом все лучше играем, все лучший результат. Понравился нам вкус победы, и мы будем повторять это из года в год. Потому что в 2023 году у нас финальный тур высшей лиги будет в Омске. И мы готовимся стать троекратными чемпионами. Победителей поздравил первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. Он поблагодарил спортсменов и тренеров за отличную игру. Это действительно большой успех, и сборная по флорболу, это наша гордость, тренеры по флорболу, потому что стабильно так показывать высокий результат может далеко не каждая команда. И как подтверждение, это всегда минимум призовые места. В этом году мы стали чемпионами, с чем я всех поздравляю. Теперь мы получили право сыграть финальные игры следующего года в Омске, что тоже не может не радовать, потому что все больше и больше лиг, все больше и больше видов спорта приходит в Омск на наши площадки, и мы их достойно принимаем.